Добрый день, можно задать вам несколько вопросов? Судьба спортивного комплекса на улице Металлургов должна решиться в ближайшее время. И зависит его строительство только от мнения жильцов соседних домов. Выполнить за счет средств города устройство спортивного комплекса на территории стадиона «Смена». Хорошо. Идея превратить заброшенную спортплощадку в современный оздоровительный комплекс появилась несколько месяцев назад. В приемной депутата Госдумы Георгия Шевцова обратили жители домов по улице Металлургов. Здесь много лет существовал детско-юношеский клуб «Смена». Это было самое популярное место вот в черте города, в индустриальной, для занятий населения. Здесь всегда было футбольное поле, здесь всегда была хоккейная коробка, здесь играли волейбол и баскетбол. Ну, жизнь меняется, люди немножко, скажем так, стареют, молодежь уезжает в более развитые районы. Этот район запустел, соответственно, жизнь умерла здесь, в плане того, что перестали посещать это заведение. Площадочка немножко пришла в негодность. Сейчас отмечают местные жители, школьникам из соседних домов проводить свободное время приходится дома, у компьютера. Старшему сыну 12 лет и маленькой девочке 3 года. Нам бы очень бы хотелось вообще, в принципе, центр этот. Потому что играть негде, активного отдыха как такового нет. Чтобы восстановить спортивную площадку, эту территорию необходимо размежевать и часть передать городу. Если жильцы домов будут согласны с этими условиями, череповецкие власти обещают начать работы уже в этом году. Новый спортивный комплекс по задумке чиновников будет включать в себя футбольное поле, волейбольную, баскетбольную, игровую площадку. А зимой жители соседних домов смогут покататься на лыжах, коньках и поиграть в хоккей. Хоккейная площадка может появиться во дворе на Металлургов уже зимой, а строительство всего комплекса планируется завершить к следующему лету.